И всем привет, мои друзья, это как всегда снова я, Дима и Батя. Сегодня я вам покажу трек, который я купил. Покажу, как им пользовался. Извините, в этом видео будут руки. Значит, нам надо иметь две тачки. Вот такой вот молния Маквин шел в набор. Ну вот так, какой вот. Спорткомплекс РС. У меня такого нет. Значит, как работает? Нам нужно две машины. Я возьму, кроме Маквина, который шел на бой, к примеру, Кабуто. Значит, ставим. Видите, вот этот рычажок. Вот. Сейчас я вам покажу, что сверху надо делать. Тут есть типа вот такие вот штуки, чтобы они съезжали. Берем. Так делаем. Потом разворачиваем. Поправляем машинки, если они не пронят. И нажимаем на этот рычажок. Так можно делать, типа машина газует. Поняли? Разные стороны. Когда Ready, start, go. Ой, извините. Надо флажок поставить на место. Сейчас я сделаю вот заново. Я рычажок. Выиграл Кабуто. Вот. Как будто выиграл, поэтому его на место чемпиона отсюда. Тут типа кубок поршня. Ну что, подписчики, это был короткий обзор на новый трек, который я купил. Ну что, всем пока. Всё!